Привет, YouTube. В общем, съездили мы на очередную подводную охоту. Ездили в сторону Тарту, объездили несколько знакомых озер, видимости нету вообще. Кончика ружья не видно. Поэтому решили попробовать что-то новенькое. Выбрали какое-то озеро. Подъехали, переоделись, занырнули. Плавали около часа. В общем, по рыбе щучка. Ну, видел, может быть, штучек 5. Все с килограмм, нет смысла стрелять. Больше ничего не видел, ни леща, ни линя. По водичке вода теплая, не замерзли ничего. Вот, видимость тоже была плохая. Вся видимость на глубине. Подныриваешь, тогда более-менее что-то видно. Это будет все на видео, кому интересно, посмотрите, какая сейчас в Эстонии плюс-минус видимость в озерах в это время года. Вот. По глубине озера, ну, наверное, метра 2-3, не больше. В общем, радости оно не доставило. Вот. В остальном все. Подписывайтесь, все как обычно. Всем удачи. Ныряйте. Пока-пока.